If you're with me, you can't be a flop, or you will get dropped, and I'ma pop the scene. Can't be stopped. This is my job, no hobby. Now fuck with me, you must be crazy. What are you smoking, B? Ну и хотелось бы еще добавить, что сегодня Сергей Каратаев анонсировал, что за 30-минутное выступление, а именно столько оно продлится, будет отыграно более 22 треков. Поехали! Come on! Turning back. We'll be right back.
мокро. We suppress the id, our darkest desires, and adopt a more socially acceptable image. That's it! Tasty meat the bull! We all wear masks, metaphorically speaking. I love it.
I'm over it. I'm just trying to have fun, I don't really care. Break all the rules, I'm over it. I'm just trying to have fun, I don't really care. Break all the rules, I'm over it. I'm just trying to have fun, I don't really care. Break all the rules, I'm over it. I'm just trying to have fun, I don't really care. Движение продолжается за пультом Басус, он же Сергей Каратаев, один из старейших диджакеев Самары губернии. Практически 25 лет насчитывает его диджакейская и музыкальная карьера, потому что Сергей пишет еще и свою музыку. Так что непременно забивайте в любых сетях Басус и слушайте музыку Сергея Каратаева. Ну а сегодня он представляет свой авторский микс, как он анонсировал, в течение 35-40 минут будет отыграно более 22 треков, 23. Всего можете посчитать, кстати, и напишите в чате, сколько же все-таки сетов вы смогли услышать в исполнении Сергея Каратаева. Время неумолимо бежит вперед. 9 часов 10 минут практически доходит на нашем будильнике. И в 21:25 за пультом появится уже следующий артист. Я думаю, что вы уже понимаете, что градус нарастает, и далее будет только круче и круче. Ну а данный момент Басус, он же Сергей Каратаев, за пультом. Полный вперед! I love that syrup. Can I use the weed? Such a fuck up the life. I never wanna wake up. Pass my beans, fill my cup up, standing lean. I love that syrup. Pass my beans, fill my cup up, standing lean. I love that syrup. Pass my beans, fill my cup up, standing lean. I love that syrup. Can I use the weed? Such a fuck up the life's a dream. I never wanna wake up. I never wanna wake up. Yeah.
Движение продолжается за пультом Basus. Смотрим, что происходит в чате. Мариан Франц. Ребята, эта трансляция войдет в учебники по электронной музыке. Абсолютно согласен с данным утверждением. Леонид Рассокин, люблю профи. Мы тоже, друзья, любим профи, поэтому сегодня из них и составлен весь лайнап сегодняшнего мероприятия. Так, тут дальше что происходит? Роман согласен с Мариан. Мариан согласна с Романом. Все со всеми согласны. Роман Нарвей пишет, дела надо делать, но не могу оторваться от трансляции. А дальше идет жалоба, что отставание на 7 минут. Но тут уж виноваты не мы, а виноваты современные технологии. Вот такие вот нанотехнологии сегодня в мире, Роман. Я не Рассокин. Да, Каратаев так все четко делает, что часто непонятно, когда один трек кончился, а другой начался. Абсолютно верно подмечено, но еще бы желательно, если кто сначала смотрит выступление Басуса, чтобы вы подсчитали, сколько же все-таки треков будет отыграно Сергеем на протяжении его выступления. Далее, это признак высокого мастерства, абсолютно с вами тоже согласен, плюс грамотно подобрал все треки. Ну что ж, я, друзья, предлагаю вам активироваться в чате, несмотря на то, что сегодня воскресенье, многие немножко подустали, либо наоборот, очень хорошо провели данные выходные. И совсем скоро, уже буквально через, сейчас скажу точное количество времени, через буквально 5, 4-5 минут заступит следующий диджакей.
один из монстров движения электронной музыки в Самаре. Кто это будет, вы узнаете уже совсем скоро, так что не переключайтесь и все узнаете, будете в курсе. Напомню, что сегодня мы делаем этот стрим в честь 17-летия музыкального лейбла «Самбит», одного из старейших лейблов, как оказывается, выяснилось, не только Самары, но и вообще России. Мы, можно сказать, что догнали лейбл «Underground Experience» из города Санкт-Петербург, владельцем которого является Дмитрий Слон, наш хороший друг и товарищ. Но, естественно, мы отстали этот лет на 10, но, что ж, время идет, и дела делаются, релизы выпускаются. Напомню, что к сегодняшнему специальному эфиру был выпущен сборник, большой сборник из релизов, которые выходили на протяжении многих лет на лейбле «Самбит». Можете ознакомиться с ним на всех ведущих площадках электронной музыки в мире. Это и Beatport, и Spotify, и iTunes, и многие-многие другие. Ну, естественно, Juno Downloads тоже. Лейбл «Самбит» представлен на всех этих крупнейших площадках, и в том числе есть релизы, которые написал Сергей Каратаев, он же Басус, который прямо сейчас играет для вас здесь, в прямом эфире из города Самары. Всем огромный привет еще раз, буквально 3-4 минуты, и будет следующий артист. Не переключаемся, все только начинается. Come on! Я вновь появляюсь здесь, в ваших принимающих устройствах, и хочу вам сказать то, что трансляция ведется из города Самары, из